О! Давай, Женька, я подержу. Ура! Это уже это средняя группа, то была ясельная. Да, да, да. Сейчас должна старшая пойти, а потом школьники. Школьники это сколько здесь? Хотя бы на 6 там. Ах ты, съели все, ну? Съели, да? Ну. Во-во, это уже серьезно, пошел в середину, я уже... Пусть она будет ухать. Крути, крути. А он и клевал не резко, а так. Взял и потащил. Это за крупный так она. Как мелочь, не будут они клевать. Ух ё, ух ё. Ой ё. Рыба. Женька, он что-то очень тяжелый. Не знаю, сколько он весит, но тянет как будто на 5. Ну давай ему ослабиться и еще. Ага. Какой он тяжелый. Что вообще? Я куда потащил назад? Где он? Где он? Да блин, маленький. Ну какой сильный, как ежик. Вот это же хорошо. За нами в камышах кто-то ходит и шуршит. Приготовьте подсакапал. Не так сильно, но... Ну, уже такой. Нет? Нормально, это тоже 3 с лишним. Опа, извиняюсь. Ничего страшного. Рыба. Сегодня второй день нашей рыбалки. Лотер сразу же поймал какую-то рыбу. Смотри, какой хороший, нормальный. Да, маленький. Лотер нормальный. Вчера это были такие же, самые большие. А грузило где у тебя? Грузило. Здесь она оторвалась. Но здесь у меня было одно грузило, которое было это на слабом.
сейчас я перевешу. Ура, наша первая рыба. Что так, отпускать? Нет, берем. Возьми, а потом посмотрим, если что-нибудь будет еще. Так. Второй. Будешь делать, блядь. Грузило второй раз отлетело.